Assalamu alaikum everyone, Simi DZ Reaction back with other reaction with I am Russian occupant English soap. So if you are new here, don't forget to smash a button, subscribe to notification, and follow me on TikTok and Instagram. It's so much to me. This will be amazing if you are subscribed, because I do reaction about the Russian a lot, and anything you want to react, I am here for it, because I do this for love and spirit, love and give me love. That's all you need to do. So my name is Samir. I am from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia. I do reaction music video and other reaction and more reaction and a lot of reaction. And let's start with Occupant. I am Russian. It is coming right now. Okay, let's start. Let's go. Здравствуйте. Я русский оккупант. Это моя профессия. Так сложилось исторически. Когда-то я оккупировал Сибирь. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий и еще много полезного. Теперь там города с детскими садами и больницами. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили. Славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы, заводы, космодромы, больницы и стадионы. Там строили космические ракеты и самолеты. Развивали промышленность, выращивали пшеницу и хлопок для всей страны. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю. А часть населения уехала работать на стройки бывших оккупантов. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают все, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Да, я оккупант. И я устал извиняться за это. Я оккупант по праву рождения. Я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь. Это я терпел зверства польских интервентов во времена смуты. Но чем закончилась их интервенция? Это я сжег Москву, чтобы не отдать ее Наполеону. Но как закончил Наполеон? Это я сидел в окопе у Волоколамска, понимая, что нацистов удержать не получится. Где теперь те нацисты? Где их проклятый Гитлер? Ко мне домой приходили все, кому не лень. Турки, англичане, поляки, немцы, французы. Земли хватило на всех. По 2.5 метра на каждого. Поймите, мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия. Мне чуждо все, что вы называете западными ценностями. У меня другие интересы. Вежливо предупреждаю в последний раз. Не нарывайтесь. Я строю мир. Я люблю мир. Но воевать я умею лучше всех. С уважением, русский оккупант. This a lot. Information. Oh my god. I was have no idea. Not have idea, but I know Russia is a strong country and have a lot of amazing army and a lot of weapons and a lot of things going on there. And but this more and surprising me. Wow. Oh my god, what is this? Oh my god. So, if you love my face, more reaction, everything, don't forget to smash a button, subscribe, turn notification on for me in TikTok, in Instagram. Means so much to me, and thank you for watching, and peace, love, assalamu alaikum everyone.